Чили Вилли. Надоедливый пеликан. Режиссер Сид Маркус. Художники Рэй Абрамс, Лес Клайн, Арт Дэвис, автор сценария Элбертино, Дик Кинни, композитор Уолтер Грин, продюсер Уолтер Ланс. Когда зима начинает поглядывать на нас через вершины холмов и начинается листопад, наши маленькие пернатые друзья улетают к югу. Ага, именно туда мы перелетные летим, к югу, где так чудесно и тепло. Эй, пеликан, друг, ты летишь не в ту сторону. А куда же летят эти печушки, когда зима? Стучит в окно. Да говорю ж тебе, ты летишь не в ту сторону. Летим к югу, где солнце светит. Ой, господи. Где маленькие птенчики в своих уютных гнездышках на юге, где всегда тепло. Ах, как тепло, как только может быть. Южный полюс. Наверное, я где-то не туда свернул. Тут птица, понимаешь, погибнуть может, а никому и дела нету. Я должен найти приют. И пищу, и друзей. О, привет, цивилизация. А ты кто тут выискался, умник? Служба помощи рыболову. Сообщение о приближении рыбы 15 шагов к востоку, 10 шагов к югу. Сообщение о приближении большущей-пребольшущей рыбины. 20 шагов к северу, 3 к востоку, 1 к западу. Сюда, рыбочка, рыб-рыб-рыб-рыб-рыб. Иди к папочке. Ах ты, толстенькая, сочненькая. О! Это местечко слишком тесно для нас двоих, так что этот поганый пингвин должен убраться. Поздравляю, ты только что избран шерифом города Додж-Сити. Выезжать надо немедленно, так что давай паковать чемоданы. Ах ты, счастливчик. Главное, ничего не забудь. Зубную щетку, мыло, пижаму, крем для бритья, кетчуп, горчицу, носки. Ну что, шериф, все вещи уложены, пора отправляться. Но не забудь это. Счастливого пути и всего хорошего. Присматривай там за дикими бизонами. Не забывай писать. Рыбки, рыбки, рыбки. Рыбки. Хитро придумано. Ой-ой-ой. Thank you.
это что такое? Ой! Не забывай писать!